Четвертый день проходящих в Эквадоре вторых всемирных кадетских игр завершился поистине триумфально для российских спортсменов. В этот день наша команда выиграла 15 золотых медалей. 7 из них принесли легкоатлеты, 5 пловцы, 2 участники соревнований по спортивному ориентированию и еще одну стрелки. Кроме этого были завоеваны 3 бронзовые и 3 серебряные медали. К утру 5 августа в копилке нашей команды 39 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых медалей.